Всем привет, дорогие наши зрители! Летом этого года поклонники узнали, Илья Авербух и Лиза Арзамасова встречаются. Оказалось, что влюбленные уже давно скрывают свои отношения от посторонних глаз. Елизавета долго игнорировала вопросы о личной жизни, но потом все-таки признала, что встречается с Авербухом. Вчера звезды появились вместе в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Иван Ургант задал влюбленным немало вопросов об их отношениях. Арзамасова и Авербух спокойно реагировали на шутки ведущего. Они весь выпуск держались за руки и признались, что очень счастливы. Елизавета рассказала о том, что ей очень нравится жить вместе с избранником и его сыном от предыдущих отношений. Илья очень хозяйственный. Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать, рассказала звезда. Понимая, какой ажиотаж вызовет их появление на публике, звезды заранее опубликовали совместный снимок, сделанный за кулисами шоу. Поклонники поддержали пару и пожелали влюбленным личного счастья. Ранее Авербух был женат на Ирине Лобачевой. После расставания, произошедшего в 2007 году, спортсмены смогли сохранить дружеские отношения. Ирина одной из первых поздравила бывшего супруга с новыми отношениями и отметила, что Елизавета очень подходит Илье. Сама Арзамасова всегда тщательно скрывала личную жизнь. Ранее она встречалась со звездой папиных дочек Филиппом Бледным. Ходили слухи, что влюбленные даже собираются пожениться. Но церемония так и не состоялась.